1 июня. День защиты детей. Вот мы на Становом. Ветер. Ветер дует. Да, волна. Девятый вал. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь по реку. Да, у нас литературный кружок. Есть такое дело. Вот она. Вот наоборот так вот. Ну, в смысле туда, 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 туда. Видишь, я удочки туда выставил. Ладно, все хорошо. Ну, по-любому снимать надо. Вот, потом сюда другую рогатульку поставим. Утянуло и все, нет ничего. Все. На другой дороге да не знает, только в берег и бегает. Так, но если еще и тут все обидимся. Подсак, подсак. Вокруг палки то зачем мотаться? Блин. Подгребай к палке. Она взяла и зацепилась. Да. Ладно. Становом. У нас очередная размотка. Что будет, не знаю. Но мы идем прямо на нее. Она почему-то как-то в этот раз против ветра пошла. И... Так. Даже и не знаю, есть чего-то. Размотка, просто размотка. Не, брала, видишь? Съела. Для тех, кто не в курсе, мы с Виталиком снова... Привет. Да. Мы снова на Становом. У нас очередная размотка. Очередная. Очередная. Что, да, что нас ждет? Не знаю. Что нас ждет? Кто там сидит? Может быть, там тоже что-то ждет. Кто его знает? Ну, что-то... Мы надеемся на лучшее. Да, мы, да, на большее. На данный момент у нас нет живцов, поэтому мы их поймаем потом и пройдем и наживим. Да. Ну, Виталик, ты все равно должен быть готовым, с починенным. Всегда готов, как пионер. Хоп. Тянем, потянем. Ну, рыбку она выплюнула. Не хочет идти, а надо. Фига такую сооружину. Где ты подсак твой? Ты же должен поучаствовать. Мы же должны с ней побороться по-взрослому. Всего, Виталик, ты молодец, ты лучший. Подсак от него, почему? Никуда тебе от него не уйти. Так, сюда мы рогатку все равно тоже впендюрим. Тут у нас... У нас, похоже, через одну там он тоже, да? По-моему, размотан. Тут нет, там, да? Мы уже идем против фер... О! Она здесь, она очень энергичная. Виталику нужен подсак. Ну, что бы то ни стало, блин, она уже чувствует. Ха-ха, тетя Люся, смотри, какие щучки-то маленькие. Нам даже, небось, не поделиться. Ну, для копчения вообще самое то. Очередная размотка. Интересно, понадобится нам подсак?
Интересно, он понадобится нам в это. Они ж не шевелятся. Не-не-не, мы просто подплываем и проверяем, берем. Если есть, снимаем. И кино снимаем. Где рыбу снимаем? Опять бьет мимо. Все, нет никого. Холостой. Рыб нет. Рыбу съели. Щуки, голодные щуки. Порвали парус. Да, каюсь. Замотано, перемотано. Как-то непонятно. Блин, зачеперило. Блин, поживало. Что-то нам тут опять пришло. Похоже, что глубоко она ушла. Вон она куда ушла. Так, уже жизнь стала веселее. 4-5. Пока что вьешь. Да. Разводка по чего-то. Она могла куда-нибудь утащить просто. Корягу завела и отпустила. О, уже начал грызть. Мы тихонько подкрадываемся, чтобы, блин, не спугнуть удачу. Вот. Вопрос в том, что там нам готовит этот крюк? Какой счет-то, блин? Мы наконец-то, блин. Будет ли нам? Будет. Прикидывается, хотела нам счетчик установить. Вопрос так и сделал. Не знаю, если она только что попалась, может еще, блин, она за корягу завела. Следим с Виталиком. Пытаемся что-то половить. Да?
ловится с примерным успехом. Практически у одного Виталика. Ну, не наговаривает, не надо. Да. Такая вот нынче рыбалка. Ловим живцов, чтобы скормить их. Но они, похоже, об этом не знают. Да, никто не договаривался. Ну ладно, хоть ветер стих. Так. Понимаешь, на трезвую голову плохо вспоминаются стихи и песни. А так это самое, выпил стопочку. Даже если слова забыл, придумал новые, да. И еще круче, чем у автора. Так. Вот только включил камеру и подуло. И все, и нас понесло. Как этого, как Остапа, да? И тут Остапа понесло. Тут рыбы нет. Понятно. Виталя, у нас с тобой сегодня бонус к вечеру. Может быть. Счет-то должен меняться постоянно. Да. Да. Лучше я, конечно, впереди. Так-то размотано. Он спиннинг бросает. Только что поймал на новый воблер большую такую щуку вообще. О, спасибо тебе, становое. А? Все отдать. Не надо нам такое большое ведро. Какие кабанов? У нас кабаны все. Такой не маленький, вот 4 маленьких. Чумасеньки. Четыре черные, чернилами чертеж. Иди сюда. Поставили живчика. Еще размотка, еще неоднократно. Да, 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 да. Чудо-юдо.
ты портом-то боком встань. Вот так вот. Это что за... Ага. Да. Блин, Варни выдержал двоих. Кого просто топ идет.